Всем привет! Вы на канале Евгеймер. Сегодня в нашем каталоге новиночка. Не по предложению моих подписчиков, а моя придуманная. Возьмем 4 конвертика. А остальное отложим. РЖД 2 конвертика. Я думаю, мы возьмем вот этот. А этот уберем в стороночку. От канала «Люблю рисовать» один конвертик. Ссылочка на канал будет в описании. Коллекция «Сок». Возьмем яблочко и вишенку. Осталось совсем немножко. Мини-лента. 2 конвертика. Хочу сегодня 2 конвертика от Шопкинсов. Обычно мы берем 3, но не сегодня. Одного амнямчика. Киндер. Прилипалу. Одного. Катырулет. Один конвертик. Ну, раз ты так хочешь, будешь ты. Предыдущая новиночка Gravity Falls. Возьмем 2 конвертика. Шарлотта Земляничка, один конверт. Коллекция Спанч Боб, один конверт. Двух единорожков. И холодное сердце. Штучку. Сегодня хочу двигаться по расположению конвертиков, поэтому мы идем сразу же на страничку с холодным сердцем. Открываем. И получаем маленький сюрпризик под номером 8. Это вот такой Олаф. Следующая коллекция единорожки. Мы взяли 2 конвертика. Она должна быть где-то здесь. Вот она. Открываем. Аккуратненько. В первом конвертике у нас вот такой вот единорожек с мороженкой или с каким-нибудь молочным коктейлем, который отдыхает на облачке, а между ними радужка. Он у нас под номером 1, первый в нашей коллекции. Во втором конвертике у нас вот такой единорожка с пончиком под номером 8, вот здесь. Я уже приклеила наши наклеечки, и мы двигаемся дальше. Хотела пролистнуть вперед, но поняла, что нам нужно сначала посмотреть, что у нас за коллекция, и это совпало. Следующая коллекция Спанч Боб. Открываем. Я уже вижу, что это совсем малюсенькая наклеечка. Как вы думаете, что это может быть? Под номером 3. Когда я делала эту коллекцию, я хотела сделать что-нибудь, что может отличить мою коллекцию от коллекции других блогеров. И в Спанч Бобе сложно забыть про какие-то вещи. Это обязательно Крабсбургер, Планктон, компьютер. Тут еще другие персонажи. Вы наверняка тоже догадываетесь, кто здесь будет. И я решила, что обязательно сделаю в нашу коллекцию счастливый доллар мистера Крабса. Дальше у нас коллекция Шарлотта Земляничка. И она нет, она раньше. Вот она. Откроем конвертик, посмотрим, что нам попалось. Что же? И нам попадается вот такой вот маленький мальчик. Скорее всего, это черника или голубика у него на футболочке нарисована. Расскажите, как зовут этого парнишку.
В нашей коллекции он под номером 12. Вот здесь. Следующая коллекция Gravity Pulse. Это предыдущая наша новиночка. Она у нас вот здесь. Открываем конвертики. И смотрим. А это 9 или 6? Нет, скорее всего, это 9. Вот такая вот девочка. По-моему, ее зовут Мейбл. Но я не уверена, потому что этот мультик я не смотрела. Точно. У нас же вчера был сюрпризик под номером 6. Это был гномик. Значит, сегодня точно номер 9. Во втором конвертике под номером 13 что-то худючее-прихудючее. И опять непонятно, тетенька это или дяденька какой-нибудь хиппи. Непонятно. Под номером 13 расскажите мне, пожалуйста, кто это такой. Вот так. Дальше мы идем в коллекцию Коты рулят. Она должна быть раньше. Где же? Совсем не помню порядок своих же коллекций, потому что у нас их очень-очень много. Но мне это и нравится. Так, посмотрим. Аккуратно посмотрим, не будем рвать наклеечки внутри. Под номером 13. Так, где же? Вот здесь. Это что, единорог? Что это у него такое? А, это меч. Это же знаменитый кот в сапогах из мультика про Шрека. Дальше мы двигаемся к коллекции «Веселые прилипалы». Один конвертик. И это сорванец. Такого у нас прилипаки еще не было. Смотрите, такой вот у нас первоклашечка с ранцем и с такими странными рожками, как дьявол, что ли? Немного непонятно. Полежи немножко, мы про тебя прочитаем, обязательно потом приклеим. Ты съел все вкусняшки, опоздал на уроки, разбросал все в комнате, дневник потерял? Объясни маме, что ты тут ни при чем. Тебя просто сорванец укусил за пятку. Он так любит проказничать, что иногда совсем теряет голову. Вкладыш будет лежать рядом с каталогом, а в самом конце мы положим его в конвертик для повторочек. А мы приклеиваем нашего сорванца на его место. И двигаемся дальше в коллекцию киндер-сюрприз. Так, открываем. Лишь бы ничего не порезать. Прям рядышком прошлась, видите? Так, посмотрим, кто же нам попался. Нам попался миньон. Так, не вижу такого в нашей коллекции. Значит, он здесь. И миньоны снова вырываются вперед. Им осталось собрать всего лишь одну наклеечку, чтобы собрать полную серию. Дальше коллекция ам-нямы. Как мне нравится бегать взад-вперед в нашем каталоге. Так, посмотрим, кто нам сегодня попадется из ам-нямчиков. Что-то малюсенькое. И что-то тонюсенькое. Под номером 15. Вот здесь. Это вот такой вот ам-нямчик из игрушки. Там, где нужно отрезать конфетки. А малюсенькая – это вторая конфетка. Вот здесь место у нашего ам-нямчика. И здесь же я приклеила конфетку. Дальше мы идем к коллекции Шопкинс. Мы взяли сегодня два конвертика. Посмотрим, что нам сегодня попадется. Это хлеб под номером 33. А
во втором конвертике. Ой, улетел Шопкинс под номером 54, тоже с этой странички. Вот такое вот желешко. Пока убирала защитный слой с этой наклеечки, присмотрелась, так это же желейные бобы под номером 54. Дальше мы двигаемся назад к мини-ленте, Открываем два конвертика. Первый с фрутоняней под номером 4. Вот здесь. И второй с растительным маслом Благо под номером 14. Вот так, наклеечки уже на месте. Дальше по плану у нас коллекция Сок. Да вот сюда. Нам осталось всего два сока, и будет здорово, если нам попадутся они сегодня. Нам попадается сок родной. Это сок, который нам попался первый в этой коллекции. И это повторочка. Пускай лежит рядом с каталогом. А во втором конвертике тоже повторочка. А нет, я подумала, это экзотик. А это сок с Андора. И получается, нам осталось собрать всего лишь один сок. Этот сок со вкусом апельсина. Ну а мы двигаемся дальше к коллекции от моей сестры. Так, так, так. Вот сюда. Открываем конвертик, который выполнен в форме конвертика. И получаем вот такого вот оленюшку. Скоро Новый год, и такие оленюшки будут возить Санта-Клауса, чтобы он развозил деткам подарочки. Давайте подыщем для него место в нашем каталожке. Я думаю, он будет вот здесь сидеть. Ух, какой липкий. И мы идем в самое начало каталога. Надеяться, что нам попалась сегодня не повторочка. У нас осталась всего лишь одна наклеечка. Давайте посмотрим. Да, это большая наклейка, я уже вижу, сложенная пополам под номером 11. А вы уже догадались, что это? Вот такой вот паровозик с детишками. Давайте приклеим нашу последнюю наклеечку. Каталог. Давайте откроем последний конвертик с повторочкой. Посмотрим, что нам могло попасться сегодня, если бы мы не выбрали нужную. Нам бы попалась вот такая черепашка. Полежит она рядом с каталогом. И мы переходим к новиночке. Коллекция BT21. Страничку я толком не оформляла, оставила ее пустой, только подписала номера. И здесь они парные наклеечки. Потом поймете, как это работает. Так, открываем первый сюрпризик. Кто же нам попадется первым? И первым нам попадается вот такое вот сердечко под номером 11. Берем второй конвертик. Хотелось бы сегодня уже собрать одну хотя бы парочку. Ну, хотя это маловероятно. Нам попадается вот такая вот девочка в форме животного из BT21 под номером 3. Третий конвертик. Вот такая, я так понимаю, это пандочка. Пандочка у нас под номером 14. И последний на сегодня конвертик с новой коллекции BT. Так, где же его открыть? Вот здесь. Открываем. И у нас сегодня не собралась ни одна пара.
нам попался вот такой вот зайчик с помпончиками под номером 2. И как вы уже поняли, в нашей коллекции будут попадаться парочки. Сами животные из серии BT21 и девочки в костюме этих животных. Понравилась ли вам идея для такой коллекции? Ну а мы двигаемся к нашему конвертику с повторочками. Убираем вкладыш сорванца, сок родной и последнюю наклеечку из коллекции RGD. Спасибо вам большое за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока!